Рост добробыту жыхароў района праз повышение якости працы усіх прадпрыемстваў и организаций. Такую задачу поставил старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатолий Сашенко перед новым кіраўніком Глузкага района. Депутаты районного совета на пазачарговой сессии одиноголосно затвердили на гэтай пасаде кандидатуру Уладзіміра Кнігі. До гэтага Уладзімір Кніга долгий час узначальваў Кличевский районный совет депутатов. Закончил Белорусскую державную сельгасакадемию и Академию керования при президенте Республики Беларусь. По словах Анатолия Ісаченкі, это важно для керовника аграрного района. Як подкреслил губернатор, ён ведае Уладзіміра Кнігу як человека, які жадае займацца стваральной справой. А для выніковасці гэтай дзейнасці яму необходима падтрымка команды. Кандидатуру Уладзіміра Кнігі одиноголосно затвердили на пазачарговой сессии депутаты Глузкага районного совета. Задачи были поставлены главой государства. Это проведение уборочной кампании в установленные сроки без потерь. Это работа по занятости наших людей. Но сейчас важно ознакомиться с руководителями всех отраслей, структурных подразделений, ознакомиться с районом. Ну, на это времени, конечно, я считаю, должно уйти немного, потому что у нас нет времени на раскачку.